Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш. Мы продолжаем играть в SnowRunner и проходить карту Мичиган. И я сейчас подумал немножечко и понял, что у нас полная жопа, как всегда. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. Успел? Красавчик. Вы спросите, почему? Я вам отвечу. Все довольно просто. Я как бы взял этот Пасифик. Взял. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. И типа такой. Надо сгонять за дровами и с Катерпиллером его притащить. А у нас-то здесь средние. Вы понимаете? У нас здесь средние дрова. То есть нам нужно или отсюда притарабанить дрова с остров Драмонт. Или Драмонт. Маршрут здесь, в принципе, тут нормально. Вот тут говна, просто такие конкретные говна. Потом вот тут говна. Тут говна. Тут нету. А, вот тут на повороте говна. Ну, как бы нам даже сюда приехать проблема будет. А потом еще обратно ехать проблема. То есть нужно продавать прицеп, тпхаться обратно и забирать дрова с соседней карты. Как-то так. Так, Black River. Ну давай, Black River. Я вот сейчас смотрю и думаю, может попробовать здесь через реку проехать разочек. Может получится что-то. А может нет. Ну потому что далеко объезжать через всю карту. Ну как-то не хочется облажаться за счет своего решения. Так, погнали. Погнали веселиться. Или веселиться, или страдать. Только подниматься я, наверное, буду через ферму. Но в баню. Этот подъем, он не очень такой хороший. Роспуск просто, я не знаю, сколько он весит, наверное, грамм 15. Летает, как непонятно что. Блин, этот Нортон. Нортон. По-моему, антивирус Нортон есть, да, или как он там называется? Чисто фаст прохождение. Лечу на всех парах, даже на тормоза еще, по-моему, ни разу не нажал. Такс, чуть-чуть подольем, лишнее топливо у нас не бывает.
Бабах! Нет, не достал, прикинь. Вообще не достал. Кстати, у нас как бы эта серия без перезахода снимается. Поэтому там должно быть накатано уже. Там, где погрузка бревен. Я не знаю. Может быть, мы там встанем. Если там все осталось. Просто дрифтерский прицеп. Так, здесь я вниз не поеду. Поедем стандартным путем, который более-менее нормальный. Но тут пока что по асфальту я не могу понять, остались наши следы или нет. Вообще не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть на бок не упал. Угу, следов нет. Шикарно. Просто шикарно. Ну, поехали. Поехали. Я не знаю. Выйдем, не выйдем. Сейчас попробуем. Блин, он реально не проваливается в грязь. Давай, газ в пол. Нам нужно просто взять и выскочить наверх туда. Не знаю как, но нужно выскочить. Причем максимально быстро. Опа. Вот мы и приехали. Нет, проехал. Просто грязюка такая черная, блестящая. Думал, мы сейчас застрянем там. Ого. Морду поднимает, поворачивать не могу. Офигеть. Мы как всегда едем. Непонятно как. Сейчас будет смешно, если мы сейчас еще через ту реку проедем без лебедки. Я вообще охренею просто с этого грузовика. Ему тогда можно будет памятник при жизни ставить. Даже камушки, вот как-то он не подпрыгивает сильно на них. Тот же Анг просто аж подлетает, чуть ли не опрокидывается. Тут проехал, колеса поднялись вверх, а ничего даже не сыграло ни в какую сторону. Так, буду влетать на максимальной скорости, чтобы если влетать, то пролететь максимум. Влетели. Так, ну давай пытаться. Он остановится или нет? Скажите мне, он остановится или нет? Почему он продолжает ехать? Грузовик, что с тобой? Он, наверное, душу дьяволу продал. Еще начинает разгоняться куда-то. Да вы, блин, орете. Он не должен ехать. Я не знаю, здесь безопасно или нет слева. Но мне кажется, нужно было четко на это бревно ехать. По нашей высоте, конечно, это не лучший вариант. А может, просто я уже настолько хороший игрок, что я просто беру заднеприводную тачку и еду молча. Или как? Или грузовик такой? Или я такой? Ну, а тут дерево тормознет нас, нет? Справа тоже дерево есть. Пылюка пошла, сломалась. Потому что первая пылюка пошла, мы остановились. Вторая пылюка пошла, мы его сломали. А остановились, потому что уперлись в него. Мы едем. Мы по-прежнему едем. Охренеть. И зачем я объезжал в прошлой серии все вокруг? Если я просто мог сюда в говно заехать и взять и проехать.
Да. Ну, хоть бы на подъеме для приличия встал бы как-нибудь. Или просто дрова и прицепы для дров, они какие-то особенные. Может, у них веса нет. Или наоборот, у них такой вес, что у нас зацеп хороший. Я не знаю. Знаете, я уже начинаю задумываться о том, что если бы мы, наверное, поехали на островное озеро, мы бы там, наверное, не застряли. Мы бы там, наверное, по фасту прокатились бы. Ну, кстати, этой дорогой и с этой карты, в принципе, это достаточно быстро. Я вообще туда поехал или нет? Да. То что-то смотрю, асфальт закончился, и я задумался. Я просто не заметил, он куда-то свернул асфальт или нет. Я просто поехал туда, куда глаза смотрели. Я вот уже начинаю думать, что в принципе, может, нам и Катерпиллар не пригодится, чтобы туда съездить. Да? Как думаете? Кстати, на Катерпилларе тоже непонятно. Если топливо сэкономить, то может быть нам хватит на эти три точки съездить на одном, чтобы два не таскать. Потому что два вроде бы удобно, но на лебедке они будут медленные. Плюс два Катерпиллара. Но это только на одну точку можно два притащить, вот туда наверх, к домику. Но там, скорее всего, будет такая дорога, что там будет явно не вариант на двух ехать одновременно. Так, 127 литров. Я думаю, на заправку все-таки съездим. Топлива хоть немного осталось, но как бы нужно будет подстраховаться. И, кстати, можно будет запомнить, сколько зальем, сколько оставалось. Так, 120 литров. Тут было 120 литров. То есть, когда останется 80, тогда поймем, что топливо у нас бы закончилось. А, тут знаки какие-то. Я подумал, олень стоит, думаю, не может быть, и ни разу в игре не видел его. Олень какой-то стоит, это знак оказался. Интересно, когда у него пятая закончится? Так, по-моему, скорость уже падает. Короче, вот тут думаю сейчас закончится. Нет. Офигеть, он еще и на пятый выехал, груженный наверх. Ну почти выехал, но он не думает сбрасывать. Просто взял и выехал на пятый. Охренеть. Просто охренеть. Дорога в неизвестность. Кстати, эту дорогу не знаю. Она там была раньше или нет? А, точно была. Снова перепутал местность с другой картой.
газ отпустил, он автоматом сбросил до третьей. Не знаю, может какой-то горный тормоз сыграл. Сработал, а не сыграл. Не знаю. Просто газ бросил, он раз третью воткнул. Может, второй раз застрянет? Типа, первый раз это была ошибка какая-нибудь? Случайность? Или что-то еще в этом роде? Чтобы исключить случайности, просто мы сейчас застрянем разочек. И, как бы скажем, так получилось. Походу не застрянем нифига. Блин, второй раз едем и не застрём. Да что ты, блин, такое? Или здесь воды меньше стало? Но нет, вряд ли меньше стало. Было бы прикольно, если бы тут еще менялись погодные условия. Но не так, что типа там дождь просто начинает идти. А чтобы типа там зима, осень, там, например, где-то болото образуется. Где-то там лето, все высыхает. Где-то весна, снег тает, говна всякие. Но это в пределах одной карты пришлось бы прям огромное количество миссий делать. Всяких приколюх. Короче, через верх точно мы не поедем на нем. Мы, короче, спустимся вниз туда, к нефтевышке, как она там называется. И оттуда попрем... Куда оттуда попрем? Оттуда попрем наверх. Потому что, мне кажется, это единственный адекватный путь. И, знаете, мне уже начинает казаться, что мы, в принципе, доедем туда, в одну харю. Просто все камни из-под колес повылетали и поехали. Так. Че, автомат обратно можно, да? Да, прям на автомате прет. Кто тут на понижайке продолжал ехать. Так. 150 литров. Немного еще осталось до 80. То есть, не зря заехали на заправочку. Так получается. Мы, наверное, туда приедем, у нас полтос останется, не больше. Там вот прямо такой просвет, если прямо поехать, будто куда-то можно заехать. Как всегда, в воздух. Я уже, в принципе, привык. А, нет, поехал. Подумал, камушек какой-то. Ну, что-то было в повороте. Или то кусты такие крепкие. О, дергается. Будто не хватает мощи. Но начинает ехать. Так, ну, как бы вот тут... Если ехать через верх, нам вот сюда вот наверх. Как бы выглядит это все крайне плохо. Поэтому едем туда, где все выглядит получше. Так, 120 литров. 80 литров выкатали, а заправили 120. Или сколько? Или у нас 120? А, у нас 120 оставалось.
Точно, 120 оставалось. Ну все, минус 80. А, ну да, получается еще 40 осталось бы. Все отлично. Неправильно начал считать. То есть то, что заправили, уже выкатали. И сейчас еще выкатываем то, что у нас осталось бы. Эти 40 литров. То есть на 80 у нас топливо закончилось бы. Просто интересно. Долго ему осталось или нет? Потому что ехать нам как бы... Что произошло? Ехать нам еще нужно на этом топливе, и как бы немало. Блин, грязюка такая, с тенями, с какой-то пылюкой, вообще нифига не видно. Колеса исчезают просто в текстурах. Да, кстати, едем тут же, я говорил, второй раз тут лучше не ехать, иначе будет плохо. Второй раз премся, причем в одну харю, без какой-либо помощи в виде катерпиллера. А нам сюда еще, по-моему, нужно будет притарабанить что-то, да? Может, нам нужно будет тогда еще раз эту фигню с прицепом пригнать? Чтоб на катерпиллер не гонять? Или как? Я не знаю просто. Стоп. Давайте на тверденькое на что-то выйдем и сделаем паузу. Надо дорогу отметить, чтобы не уехать в другом направлении. Поехали. А то сейчас пропустим дорогу, и потом мы уже, наверное, не развернемся. Так, 104 литра. Еще осталось 23. О, отлично, спасибо за дождик. Нам прям этого не хватало. Так, 20 литров было бы уже. На 20 литрах, понятное дело, он лагал бы, но сделаем вид, что так и должно быть. Туман спустился. Так, ну сейчас будет веселье, я думаю, потому что я не помню, какая здесь дорога, и мы, по-моему, здесь катались один раз в жизни по этой дороге. Поэтому чего ожидать, вообще без понятия. Может, мы тут сейчас где-то завалимся, может, застрянем, не знаю. Ну, учитывая, как он проезжал до этого наш грузовик, я, в принципе, не пристаю в него верить. Флаг развивается на островке. Ого. Чё-то какая-то странная береза, просто макушка волосатая, вся тут лысая какая-то. Ядерная береза. Так, на всякий случай понижайку, потому что что-то мне как-то не нравятся некоторые моменты. Так, ну что, по литру у нас? 5 литров осталось бы сейчас. У нас бы осталось 5 литров. И все. И... 2 литра. 1. 0. Все. Тут бы у нас закончилось топливо. На самом деле раньше бы закончилось. По идее, учитывая, как он бы ехал с этим всем делом, я думаю, оно бы как раз таки закончилось бы у нас на этом, как оно называется-то? На нефтебазе на той. Блин, ну он прет, просто по говнам прет наверх. Я офигею. Может, какой-то мини-апдейт был? Его затюнили как-то. А может, движок самозаряженный. Просто берет и валит. Ого. Слушайте, что-то вот это вот мне как-то не очень. Вот эти вот шуточки с такими углами дороги. Я такие вот шутки не уважаю. Надеюсь, больше такого не повторится. О боже. Там просто какое-то месиво. Что это такое? Будто просто кто-то бежал и обосрался. Выглядит именно так. Надо объехать. Ой-ой-ой. Не падай ты так сильно.
64 литра. Слушайте, мы доедем или нет? 64 литра. Мы можем не доехать, как бы. Надеюсь, нам немного осталось. Потому что, как бы, топлива тоже осталось немного. 60 литров. Ого. А я решил, чтобы по колее не ехать. И сразу нырнули в грязюку. Вот он уже дом. Ну блин, главное еще на территорию сюда забраться как-то. Ну хотя бы добрались. Ну сейчас сколько топлива останется, можно будет ради прикола съездить наверх туда, в болото в то. И просто понять, сможет он ехать или нет. Из леса выехали, дождя нет. Так, ну давай. Посмотрим. Спасибо, пожалуйста. Поехали наверх. Будем страдать понемногу. Просто хочу проверить, что с ним сделали. Вот если мы сейчас вот тут вот просто проедем по этому всему на ту сторону. Я офигею просто. Даже на понижайке, если проедем. Что-то понижайку включил, а див забыл подрубить. Знаете, он... Я вот начинаю думать, может, он реально из-за леса хорошо видит, когда груженный просто неплохо ползет. Но тогда, получается, прицеп он тут плохо должен ехать. Прикольно выходит. Вообще необычно то, что он сейчас едет. Потому что, если вы помните, у нас тут Анг просто тонул в грязи, когда мы какой-то прицеп пытались таскать. Красный, по-моему, четверку. Мы просто тут тонули в грязи. А сейчас на этой штуке берем и едем. Ну, потихонечку, медленно, но мы едем. Я думаю, дальше не стоит продолжать. Тут и так все ясно. Так, открепить, удалить. Он нам не нужен. Принять. Эвакуация. Так, принять. Покинуть. Спасибо. Так, карта мира. Black River. Да, блин. Слушайте, а где мы? И тут бетонная плита. Да откуда эта бетонная плита светится? То есть там все-таки не было бетонной плиты. Какой-то глюк снова начался по бетонным плитам. Откуда-то начала она светиться. А если откроем это? И тут бетонная плита. И тут, понятно, она ничейная, это глюк какой-то. Так, где-то мы провтыкали уже этот катерпиллар. Нету. Так, если в гараж войду, будет там катерпиллар или нет? Где-то я его провтыкал. Или я его продал вообще? Пусто. Я тормоз, он на стоянке, точно. Так, хорошо. Смитвиллская дамба. Гаражик. Гаражик, сказал. И сейчас будем брать. Что будем брать? Не знаю, что будем брать. Катерпиллар. Вывести. Назад. Покинуть гараж. Так, что у нас получается по маршруту? Сюда доехать несложно.
Потом. Вот сюда, типа, близко по этой дороге. Но дорога так себе. Мягко говоря. Хотя для Катерпиллара, мне кажется, там вообще без разницы, эта дорога или эта. Для него главное, какая более короткая. То есть сюда один груз, сюда два. А дальше будет островное озеро. Островное озеро — это островное озеро. Тут нужны средние и нужны длинные. Длинные, в принципе, мы можем привести вот по этой вот дороге. Мы доедем сюда до лесопилки вообще без проблем. И нигде не застрянем. Причем нужны длинные две штучки. Мы реально на прицепчике друг за дружкой сюда долетим. С другой карты. Тут же нет гаража. Так, гаража тут нет. Хорошо. Блин, а средние бревна, конечно, возить тут. Сюда придется что-то пригнать. А, нет, ничего пригонять не будем. Блин. Короче, я не знаю. Или на тех двух нужно будет загонять сюда. Загрузиться и как-то потихонечку на понижайке доехать. Или же по-любому нужно будет один хоть оставить. Чтобы даже если на этом на Катерпилларе тут ездить, чтобы мы могли заправлять его с помощью прицепов. Ну тоже смотрите, сюда просто нужно чем-то добраться. Тут ни топлива, нифига нет. Просто нифига. Такое себе удовольствие, сомнительное, если честно. Так, ладно. Катерпиллар, да, говорите? Наверное, да. Поехали. Поехали. Надо делать нашу работу. За нас этого никто не сделает, поэтому будем ехать. Главное хотя бы эту карту добить. Кстати, возможно, с этой карты. А, точно, с этой карты придется еще на соседнюю тарабанить. Короче, что-то придумаем. Потому что нужно будет с прицепами мудрить. Так как у нас Пасифика 2, и на них, ну, типа, будут распуски. А там нужны будут короткие прицепы, чтобы туда притащить бревна. Это как бы такой, ого, небольшой минус, так сказать. Потому что придется делать лишние телодвижения. И там гаража, получается, нет. Поэтому придется ехать туда-сюда, в одну сторону, в другую сторону. Сейчас, кстати, посмотрим, как Катерпиллар там проедет. И проедет ли. Ого. Как его не разорвало еще от такого удара. Четвертое. Давай на первой. Нет, не хочет. Понижайка. А если полный? На полном расход падает. Странно. Наоборот, должен расти. Берет и падает. Сразу опасный уровень воды. Так. А так сразу 14. Ну да, понижайка, конечно, рулит по расходу.
На полном подняться не может. Давай, ты сможешь. Типа по рисунку, ну, блокировка типа есть. Хотя по факту ее нет. Нужно подрубать. Тут еще последний подъемчик остался. А потом загрузка. Так интересно, как подсветился диф. Ну-ка. Просто такой раз, хлоп, типа все будто отключилось. Так, 40 литров потратили, чтобы добраться сюда. В принципе, я думаю, что нам на эти три ходки должно хватить топлива. Я так думаю. Я еще не уверен, но я хочу в это верить. Блин, капец, он тяжелый. И все-таки по поводу дороги я не ошибся. Что туда что-то есть. Такой просветик. Так, загрузить, поехали. Не знаю, что за дорога. Я даже не помню, ездили мы по ней когда-то или нет. Ого, я вас понял. Дорога высший сорт. Нифига подъем. Офигеть. Просто офигеть, куда я прусь. Мы сейчас застрянем. Я вам гарантирую. Или завалимся, или... Я не знаю, что произойдет, но что-то должно произойти сейчас. Что-то плохое. Но он карабкается. На самом деле это, ну, подъем дичайший просто для груженной тачки. Ну, как бы в пределах игры мы должны ехать, но мы этого не делаем. Движка не хватает. Движок мы, кстати, не меняли на нем нифига. Вот у него даже колеса не проворачиваются ни в какую сторону. Ну, хоть обратно будет полегче. Блин, 16 литров просто расход сейчас. Я надеюсь, на тот подъем в ту деревню нам не придется точно так же карабкаться. Главное, что нам еще ехать и ехать туда. А потом обратно по этой же дороге. Чтоб не завалиться. Наверное, проще было вокруг объехать. На Пасифике. С прицепом. Это явно не для такой техники. Для более мелкой какой-то. Такой грузовичок там или скаут или что-то такое. Мы просто поперлись в то место, где его быть не должно. Этого... Катерпиллера. О, нифига, мы что, выехали уже, что ли? Так быстро. Ну, кстати, устойчивость у него очень хорошая. Он, блин, широкий. И, походу, за счет своего веса, навес и центр тяжести бревен ему просто насрать, мне кажется. Именно за счет своего веса. Вы еще скажите, что я сейчас тут между камней не пролезу. Да будет вообще смешно.
Так. Разгрузить. Фух. Такое себе это было напряжненько. Он куда-то еще дорога ведет в горы. Что за дорога вообще такая? На время, наверное, миссия какая-то была или что? Так, ну обратно... Не знаю. Давайте также поедем обратно. Потому что у нас тут типа спуск будет еще. Наверное, как-то активненько сможем ехать. Офигеть. Только сейчас заметил, что у него, смотрите, фонарь загорается, когда задний ход горит. Прикольно. Сейчас будет скользить и упрется в камни, которые прямо. Ну, почти. Жестяк, вообще жестяк. Эй, я вообще-то газ жму. Ты не против? Ему капец как тяжело. Но движок тоже нельзя ставить, расход будет высокий. На самом деле он хавает не особо много, но, блин, куда мы поехали, по каким дорогам? Если бы тут нужно было всего две ходки сделать, одну туда, без проблем. Но нам тут реально нужно много кататься. Одну вот мы сейчас сделали и потратили на нее литров 100. А нам еще нужно будет две. Причем неизвестно, они будут хуже или лучше по качеству. Но явно там тоже будет затяжной подъем. Мне кажется, они будут такие же по качеству, не очень. Ну-ка, цвет дороги. Желтый-желтый. Такой типа красненький сюда. То есть можно ли по красненькому по-нормальному заехать, или по желтому по конченному, но ближе. Желтая всегда у нас дорога убитая. Вот прям всегда желтая дорога убитая. А на том, почем мы ехали? А, ну тут как бы... Блин, ладно. Не знаю. Давайте просто ехать. Побыстрее. Потому что я хочу сэкономить каждый литр. Снова будто дождь начинается. Что-то пролетело. На экране. И ничего нет. Знаете, вот он порожняком едет точно так же, как с лесом. Вообще разницы нет. Ужас. Но мы проехали. Так, давайте на загрузку. И думать, как нам отсюда выбраться. Блин, а там еще пеньков валом просто. Которые будут мешать проехать. Но я уже вижу просветик. Вот это вот дорога наверх. Слушайте, сейчас будет весело. Я чувствую. Загрузить. Так, карта. Я не знаю, кстати, вот по этой дороге тоже я ездил, не ездил. Да, это она. Это, черт возьми, она. Подъем просто уже сходу веселый. Ты смотришь просто на этот угол и такой, ну, понятно, в принципе, все. Мне уже все понятно с этой дорогой. Чего стоит ждать? Так, ну ровно 200 литров осталось. А нам нужно, в принципе, две ходочки сделать. Даже не знаю, на понижайке ехать, чтобы меньше расход был или нет. Нифига не едет еще. Ну, жесть, понятно. Желтая дорога. Желтая-желтая дорога. И прикиньте, тут два катерпиллера. И чтоб один из них за собой тянуть. Это ж просто ад был бы.
Жестяк. Просто жестяк. Но если нам сотки хватит, чтобы съездить туда и вернуться обратно, то в принципе мне подходит. Потому что меня беспокоит только расход. Корни торчат просто, как я не знаю, как в сталкере в каком-то. Их просто нахреначили здесь, как попало. Так, вот эта елка нам сейчас может создать проблемы большие. Если мы за нее зацепимся вот этими своими штырями металлическими. Для того, чтобы лес держался. Прошуршали как-то. Именно прошуршали. Так, у нас осталось 30 литров как бы. Где там этот дом долбанный? А то топливо как бы имеет свойство заканчиваться. Нормально, кстати, добрались по расходу. Только во что-то я уперся, непонятно во что. Офигеть, еще вокруг дома нужно покататься. Так, извините, но тачку я, наверное, перееду. Нет, ей повезло. Ей просто повезло. Да, но учитывая, откуда я приехал, куда разгружать, что и как. Но вы понимаете, да, что мой маршрут был далек от идеала. Слушайте, если мы сюда сейчас на пенечек заедем, то мы там сможем проскочить. Отлично. Просто отлично. Хоть выехали нормально. Так, 165 литров. Все, мы сейчас обратно возвращаемся. Мы потратили сколько? 165. 35 литров потратили. Офигеть. Экономненько. И нам получается, что обратно уже ехать не нужно будет второй раз. Наверное. А, нет. А у нас топлива все равно нет. Поэтому не знаю. Что, вторую ходку, может, по кругу объедем? Для разнообразия. О. Об этом месте я говорил сегодня. Ты что, все еще зацеплен там? Блин, я думал, я выехал. Вау. Это было слишком. Так, давайте, наверное, грузиться как-то. И поставим себе меточку, где мы будем сворачивать. Вот здесь, а потом вот здесь. Длинным путем проедем, но таким комфортненьким. Поехали. Блин, на самом деле сюда придется катерпиллеры пригнать. Или даже не сюда, а на соседнюю карту. Потому что нам по-любому нужно будет катерпиллеры тарабанить. Хотя... Или нет? Ну да.
Короче, придется в любом случае их вести на островное озеро, на болото найти. Я вот не знаю, или с этой карты нужно будет проехать как-то туда. По фасту. Но тоже, как на этой карте проехать по фасту? Это невозможно. А гараж только здесь, самый ближайший. И как бы на третью карту нам нужно, которая остров Драмонт, нужно три средних, по-моему, да? А на островное озеро нужно два длинных, три средних. И как бы вот и получается. Кстати, а вот они и светятся у нас. Нам по-любому нужны будут обычные прицепы, и нужны будут по-любому роспуски. Я вот думаю. Я не пойму, а где дорога? Вот эта дорога? Слушайте, если бы я знал, я бы поехал по той же дороге, по которой я там поднимался в прошлый раз. На что я подписался? Это точно дорога? У нас сейчас топливо закончится. В этих лужах. Вот, или погнать туда два этих с роспусками. А, то у нас ровное озеро. Ну да, наверное так. Точнее, нет. Сюда заехать. Загрузить бревна. Три штуки непонятным образом. Не, я знаю, как три можно загрузить. Достаточно просто. Просто придется ехать в одну харю. То есть купить два прицепа, один лебеднуть. Эй, не катись назад. Один лебеднуть, а второй зацеплен будет. Просто мы не сможем вместе ехать на двух грузовиках одновременно. Но зато на одном мы сможем везти сразу двое дров. А первая выгрузка там очень близко. Поэтому мы первый прицеп сразу после перехода на другую карту мы отцепляем. И... все. Отцепляем, разгружаем, удаляем. С другим прицепом едем дальше. И другой грузовик подгоняем. А потом нужно будет нам вернуться обратно на эту карту. Но там, ну, к переходу. Потому что на переходе сразу у нас магазин прицепов. Купить роспуски. И поехать обратно туда же. Загрузить длинные и поехать на островное озеро. Как-то так. Странный маршрут получается. Ну, типа рабочая схема. Но единственное, что для меня непонятно, как мы проедем по... островному озеру со средними бревнами, потому что там дорога ужасная. Да, я понимаю, типа, что у нас как бы и так себя уже хорошо они показали, эти как их там зовут, пасифики. Ну, блин, там тоже дорога такая, которая была достаточно серьезная для другой техники. И как бы прицеп — это не роспуск, это вообще разные вещи. А прицеп, как вы помните, это прям труд. Это самый настоящий труд. Эвакуация. Так, покинуть это все дело. Вот поэтому я не знаю, что делать. Но вообще правильно. Правильно будет посмотреть сейчас еще раз, чтобы понимать, может, нам прямо сейчас уже нужно прицепы лишние. А, ну да. Ну-ка. Доступный лес. Островное озеро. А, нет, стоп. Островное озеро мы не берем в счет. Длинные бревна, то понятно. Помощь острову. Во. Блин, 4. 4? Я думал, 3. На ферму 2. Сюда 1. Блин, на ферму 2. Чтоб тебя. Ну, тогда все еще более понятно становится.
Понятно, все понятно, но нифига не круто. Не хотел бы я так ехать. Но у нас нет выбора. У нас просто нет долбаного выбора. Нам просто нужно делать вот так вот. Покупать по два прицепа и с ними ехать. Сейчас вырулим как-то туда, на территорию, чтобы на другом то же самое можно было сделать. Короче, следующая серия будет очень плотная, я чувствую. Главное, чтобы он хотя бы выехал. Просто взял и выехал, главное, чтобы. Ну вот отсюда, сюда наверх и через ферму вот сюда. Потому что гонять за прицепами не очень будет. И как бы заправка у нас будет только здесь. То есть тут, скорее всего, нам придется отцепить прицеп. Прицепы. Заправиться. И поехать дальше, потому что тут, по-моему, нет заправки. Вот не та карта. А, ну есть, но... Не по пути. Мягко говоря, не по пути. Так, второй. Конечно, чтобы не таскаться на лебедке, можно взять один Pacific, один Caterpillar. Один Pacific, один Caterpillar. И то есть все равно две ходочки сделать вместе. Или же так, по одной ходке. Прицеп лесовоз. Самое интересное, что вот это прицеп, а это полуприцеп. В каком месте это полуприцеп? Скажите мне, пожалуйста. Или я чего-то не знаю в этой жизни. Когда это стало полуприцепом? Место тебе мало? Давай отъеду. Блин, ручник не снимается. Так. Купить. Будет весело. Будет очень весело. Ну что, народ. На этом будем заканчивать нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш и всем пока-пока.